Всем привет, гости и подписчики моего канала. Я рад приветствовать вас на своем канале. Вот мои утки гуляют на зеленой траве, пасутся и едят. Они зелень едят с удовольствием, очень любят, когда они едят много зелени, экономия корма. А также они здесь находят каких-то паучков, жучков. Для них это полезно, белок натуральный. И растут тоже так лучше. У меня сейчас в данный момент закончился комбикорм в магазине. Тоже закончился, завтра привезут, заказали. Сегодня они без комбикорма. Так что пускай сегодня больше пасутся на траве. Вот они траву очень любят, ее едят прям сидя. Это как завораживающее видео. Здесь 15 утят и еще 2 утенка, которые чуть старше на 10 дней. Очень жадно они едят, конечно, траву. Как будто их не кормили. Поэтому также, когда у нас сейчас по вечерам холода были, 2-3 градуса после жары, я решил брудер и законный храм вынести вот в этот угол, чтобы они паслись на зеленой траве тогда, когда хотели. Потому что сейчас, когда я их не выпускаю, они не могут щипать траву. На этой неделе холода заканчиваются, и вынесу брудер сюда. Им тоже лучше будет, и мне. Для меня экономия корма. Поснимаю вам немного. Также у меня в инкубаторе начался вывод, первый проклев, 20-й день. Тоже засниму видео, уже начал снимать начало, выпущу видео, когда закончится полностью вывод. Этих цыплят у меня заказала одна женщина, я ей их отправлю через одного человека. Я суточных цыплят по 30 рублей продаю. Вот. На этом буду заканчивать видео. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Всех до новых встреч. Также хотела бы сказать, некоторые спрашивали, когда можно выпускать утят на зелень. Выпускайте тогда, когда им на улице уже тепло. Приблизительно с одной недели точно можно. Можно и с пятых суток. Сейчас моим 21 сутки. Но на этом уже точно пока. Всем пока!